Очень рады, что не упустили мы трючок от Acid House. 100 лет не слушали. К сожалению, то не проходит в голосованиях, то ребята редко дропают, то синглы не проходят в голосовании. Альбомы почти, да не почти, всегда в голосовании есть. Да, от всех ребят. И от Заразы, от Хоруса. Всегда в голосованиях. Бум-бум-бум-бум-бум. Так называется «В темноте». Что мы знаем о том? Ребит, это тоже, да? Шарон, Ребит, Зараза, Отель, Хорус. Все вместе, да, они вообще все здесь. Котета только нет, да, получается? И Cold Cloud еще здесь. Котета, единственное, здесь нет. Заразу жалко, пишет, что альбом не послушали. Я тоже так думаю. Психонавтика, Зараза до сих пор база. Угу. Но бывает иногда с недели один альбом всего успеваем послушать. Один или два по голосованию. Здесь ничего вы не можете найти, кроме того, чтобы отслеживать стримы. Сегодня мы просто слушаем октябрьские синглы по запросу, и которые интересны лично мне и вам в чате. Да. Котет что-то вообще пропал пока. Жаль. Ну, в общем, как-то так. Да. Что мы знаем о ребятах? Ребята делают свое. То есть они делают текстоориентированную музыку, основанную на так или иначе электронном звучании. То есть это люди, которые пришли не с рок-музыки, а люди, которые пришли там с хауса, с рейв-музыки, с электронщины, так или иначе. И преобразовали все это в осмысленный рэп нового типа, так или иначе. О любом из них можно сказать, что они достаточно самобытны. У нас были очень интересные совместные стримы с Хорусом. Несколько стримов, где мы разбирали других артистов, обсуждали музыку в целом. На проекте, где еще сопоставляли ребят. Отел, у нас тоже, да, Серега Отел, побеждал в одном из выпусков. Очень долгий выпуск был. Со Скриптонитом, по-моему. Скриптонит Отел, и Отел победил. Там 9 часов был стрим. Зараза, очень топовый релиз. Психонавтика. Человек, который сам пишет себе биты, рисует обложки, по-моему, сводит. Все вообще полностью делает сам. Очень творческие, серьезные ребята. Да. Наконец-то мы здесь. 5:50 длится трек. Верю, что он может быть недушным. Верю. Потому что если динамика сопровождается развитием истории, а она тут, скорее всего, будет осмысленной, если в темноте, да, люди находятся в темноте, человечество в темноте, каждый из них в темноте, там, перебары, темноту, темнота, как что-то плохое, как окружающая ситуация, как война, да, там, ну, что угодно, типа, может быть, про это, может быть, про жизнь, про темноту персональную каждого, про время нынешнее, все что угодно. Текстоориентированный сторителлинг какой-то, он вполне себе воспримется на 6 минут, да. Мне очень интересно посмотреть, что это такое. На продакшене непонятно, кто и на какой музыке они. В принципе, они все сядут, например, на одну музыку, да, которые, так сказать, в обществе незнатоков зовется неким ATL-тайпом, да, определенным. Динамично. Слушаем. Acid House, друзья. Наконец-то. День наступает, место ночи догорает в окне. Чистая, хорошая запись. Зажигаем миллионы окон, миллионы огней. Я не знаю, чем себя занять, раздел поспешных нет. Как себя не потерять в наступившей тьме. Как себя не потерять в наступившей тьме. Даже лунный луч, сидишь и тупишь монитор, как сыч. Времени потока карамель тягуч, будто на него наложили бич. Стрелка незаметно ползет 5 часам. Сон невесом окутал, и я говорил, но в моих словах были только буквы. Осознал, что ночь мне как-то ближе. Тише, нету лишних, только тени в нишах. Я сижу, как в башне чернокнижник. Небеса темнее Кришны. Звезды, угольки от сижек. Их так много, будто шишек. У солиста Джади вижу. Видя, как ночь догорая, пульсируя, бьется привычно в агонии утренней. Я следил, как бродила моя аватара по этой Монголии внутренней. И рождала миры, будто Брахма, чтобы потом развалить их, как Шива. Порою себе позволяя ставить те, что выходили не очень паршиво.
Тьма хрущевки проглотила, как желатиновый куб. Там внутри купашится спрут, пожирающий сам себя. Я качался до утра, повесившись на этот луп. И может быть меня найдут распухшим от счастья, словно свежий синяк. Скучали сон мы демонов под потолком. Раскрыл им душу, те отвесили низкий поклон. Их моя муза вскармливала всех прокисшим молоком. Я хрупкий механизм внутри чинил отбойным молотком. А мне малым мало спалось, открыл заметки, понеслось. Как будто игральную кость кидал наброски в грифе в кость. Я проживал за треком трек, черствея как насущный хлеб. И в этой бесконечной тьме, как сгинувший, иду на свет. Я поставлю здесь паузу, что вот дроп мы не услышали, чуть отмотаю потом. Хочу сказать просто, как будто сила Хоруса не в каких-то быстрых речитативах, он наоборот очень медленно, очень тягуще. То есть вот если мы говорим про... То есть у них у каждого есть все-таки свой уникальный вайб. То есть вот чернокнижник там в башне, где-то там вот в болоте, да, там ползет незаметно стрелка, да, сон невесомо кутал, тягучий, да, вот это карамель, время, там все как Сыч. То есть у него такая какая-то сказочно-русская какая-то фолковая, народная такая тяжесть какая-то в нем, да, давящая происходит. И вот он в рамках этой своей харизмы, да, вот этого своего фирменного повествования, тяжелого осмысленного текста с интересными образами, там, сложными рифмами и своим миром, да, то есть своим художественным миром, он легко повествует, затягивая тебя туда. И вот здесь как будто он вот этим, вот этой попыткой побежать на скорости, да, сделал просто неплохо технически. Реально, просто неплохо. Просто неплохо. Отель выдал ровно и понятно для себя. Сказать, что это там какой-то праймовый куплет от него, нет. Его история такая футуристично-постапокалиптичная, отеловская. Демоны тоже, вся вот эта, конечно, история, да, присутствует. Такая мрачняк у них у всех, темнота, да. Хрущевки проглотила, как желатиновый куб. Внутри копошится спрут, пожирающий сам себя. А я качался до утра, повесившись на этот луп. А может быть, не найдут распухшим от счастья, словно свежий синяк. Сон мы демонов под потолком. Раскрыл им душу, те отвесили низкий поклон. Моя муза скармливала всех прокисшим молоком. Я хрупкий механизм внутри чинил отбойным молотком. Мало спалось, открыл заметки, понеслось. Как будто игральную кость кидал наброски в грифе в кость. Наброски, кость, спалось. Проживал за треком трек черствее, как насущный хлеб. И в этой бесконечной тьме, как сгинувший, иду на свет. Хорошая работа с текстом. То есть в рамках, типа... просто артистов, да, так сказать, которые делают репризу, да, репрезент какой-то, рассказывает там о каких-то простыми вещами жонглируя. Здесь текст глубокий и очень сильный. Вот, но мы исходим из того, что это все-таки такая осмысленно давящая история на 6 минут. Даже в рамках этого текст хороший. Здесь немножечко почему-то, вот первое, что хочу сказать, с Cold Cloud не особо знаком. Вот, но первое, что почему-то вот по харизме немного Фару напомнил, он не мог отделаться от мысли. Просто как слушатель говорю, да, довольно неплохо, довольно неплохо. Как себя не потерять в наступившей тьме. Да, и ребята поют об этом. Ну, вот так. Чуть назад. Муза вскармливала всех прокисшим молоком. Я хрупкий механизм внутри чинил отбойным молотком. А мне малым мало спалось, открыл заметки, понеслось. Как будто игральную кость кидал наброски в грифе в кость. Я проживал за треком трек черствее, как насущный хлеб. И в этой бесконечной тьме, как сгинувший, иду на свет. После стольких бед я нашел ответ. Среди мрака новостей в этой суете я в самом себе зажигаю свет. Как себя не потерять в этой темноте? Интересно, после стольких бед я нашел ответ. Среди мрака новостей в этой суете я в самом себе зажигаю свет. Опять без сна я снова засиделся допоздна. Районы спят, их греет только дна-то в желтизна. В кромешной тьме горит лишь свет студийного окна. Там снова спорят о сведении бог и сатана.
то смотри, какая красота. Куплеты вновь поверх бита, как разные сорта, что сносят крышу, и пока ты дома спишь одна. Мы ищем свет, где его нет, вокруг лишь темнота. Как потолок на студии, район туман окутал. Еду в такси домой своим излюбленным маршрутом. Объятия нежные ее, я знаю, Роско, меня ждут там. С рассветом перламутровым я вновь приду под утро. Созерцание ночного неба, сига парапет. А инъекция бессонницы, мой психотерапевт. Тьма, как обезумевшая сука, проедает лишь. Вместе с фонарями гаснут и огни людских надежд. Знают утомленные луной, что ее свет обманчив, но крайне мрачный антураж подпанчит пару панчей, чтобы не потерять себя в этой невидимости и скорее обрести. И созвучие слов продолжая плести свой неподражаемый стиль. Ведь в нашем деле по воле случая больше слов, то больше дела. Дебри мысли, тайга дремучая. Время вытащить парабеллум, расплескать с него всю обойму и забрать на вид тех, кто выжил, чтоб в динамиках стало громче, а в голове моей чуть потише. Как себя не потерять в этой темноте? После стольких бед я нашел ответ. Среди мрака новостей в этой суете я в самом себе зажигаю свет. Как себя не потерять в этой темноте? После стольких бед я нашел ответ. Мияги от Acid House, а это Smokey Mo от Acid House. Я в самом себе зажигаю свет. Идти вперед сложнее с каждым метром. Как мертвецы на свет мы выбрались из склепа. Осадки с неба заметали снегом. Ну тут снегом просто исходник очень плохой. Выросли во тьме, обходимся без света. Снова не успев домой вернуться до рассвета, да, лишь из-за нее не стал безжизненным скелетом. Сотни сообщений оставив без ответа, мимо стражи в свое логово пробрались незаметно, воплотив в реальность то, во что мы верим слепо. Пусть от этого глаза горят, как самоцветы. В окне все тот же фильм, затертый видеокассеты. Бит как саундтрек, куплеты как автопортреты. День наступает, вместо ночи догорает в окне. Догорает в окне. Зажигаем миллионы окон, миллионы огней. Миллионы огней. Я не знаю, чем себя занять, раздел поспешных нет. Как себя не потерять в наступившей тьме? Как себя не потерять в наступившей тьме? Как себя не потерять? Да не, не важно, там в нос, но какая разница, типа, все равно оно не глухо будет звучать, да. Там просто очень глухая запись. Ребят записывались, очевидно, не на одной студии. Все звучат супер по-разному, трек от этого не воспринимается целостным. Единственное, они стараются, конечно, быть вместе на давящем тяжелом мотиве, а действительно поиски себя через тьму, да? То есть, находясь в темноте, пробираясь через темноту окружающего пространства и пиздеца различного, они нам пытаются рассказать свой путь субъективный. Самый крутой здесь «Зараза», по-моему, был. Вот, целостно, монолитненько сделал ТЛ, неплохо. Шарон. Вот немного есть ощущение ради рифмы. То есть, вот есть википедийный рэп, когда человек старается впихнуть много рифм. И сложность текста визуально, да, и на слух от этого не особо повышается. То есть иногда можно говорить очень сложно, и это будет естественно. Вот Хорус так любит делать. У него вот из всех ребят, наверное, самый такой сложно сконструированный текст. Но у него нет ощущения ради рифмы. А вот иногда бывает ощущение, когда вот какие-то слова или несколько слов впиханы ради того, чтобы вот усилить давление какой-то сложной конструкцией. Немного вот такого вайба здесь было. Немного. Мрачный антураж подбанчит пару панчей, чтобы не потерять себя в этой. И при этом, да, вот в этой, да. Угу. То есть, сейчас я скажу. Ради рифмы выдается тогда,
когда вместе со сложными конструкциями всплывают какие-то сорные слова ради увеличения слогов, да. То есть, вот, допустим, человек, который, вот, к примеру, там, не знаю, мастер диалогов Булгаков, да, вот наравне с какими-то конструкциями, чтобы не потерять себя, вместо «в этой», он бы объяснил это каким-то эпитетом или формой. Вот в данной конструкции. Созерцание ночного неба. Сига парапет. Круто. А инъекция бессонницы – мой психотерапевт. Тьма, как обезумевшая сука, проедает плешь. Вместе с фонарями гаснутые огни людских надежд. Четверка хорошая. Охуенная четверка. Знают утомленный луной, что ее свет обманчив. Ее, но крайне мрачный, крайне вот здесь, да, такое, крайне мрачный антураж. Уже начинается вот, вот нагромождение. Крайне мрачный антураж. Подбанчит пару панчей. Банчит пару панчи, манчив. Вот эта строка уже чуть-чуть это, чуть-чуть искусственная. Чтобы не потерять себя в этой невидимости и скорее обрести из созвучия слов, продолжая плести свой неподражаемый стиль. Вот это уже мешанина конкретная. Ведь в нашем деле по воле случая больше слов – это больше дела. Все, тут уже конструкция посыпалась. Вот эта четверка охуенная была. Дебри мысли, тайга дремучая, там дело случая. Я все вижу рифмы, все вижу. Время вытащить парабеллум. Да, больше дела, парабеллум, двойные, тройные. Расплескать с него всю обойму. Расплескать, да, там и словецкий тоже. Вот словецкий там, да. С этого каена еще всю обойму расплескает. Вот словецкий как раз-таки славится и Митя, да, Северный, тем, что они очень точно идут по конструкции слов. Вот они в этом плане как хорус. У них абсолютно разная подача, абсолютно о разном они говорят, но у него нет ради рифмии и вплетения, там, так сказать, каких-то кусков. Такое, короче. Я не знаю, понятно ли вообще то, что я сейчас говорю, и нахуй это кому-то надо. Но кому надо, тот для тех это и есть, да. Просто говорю свое впечатление. Вот тут начал хорошо, а тут, где он пошел ускоряться, ему просто надо было больше. И поэтому тут появилось «ведь», «который», там, «неимоверно очень сильно», да, там, «крайне мрачный», «крайне-крайне сильно избыточно лишний», «излишен», вот, такое, да, короче. То есть это ради рифмы. Это ради рифмы. Это нет. А это ради рифмы. Расплескать с него всю обойму и собрать вдали тех, кто выжил, чтоб в динамиках стало громче, а в голове моей чуть тише. Вот моей, а, чтоб. Все это хуйня лишняя, короче. Вот реально. С учетом того, что он претендует на очень сложные конструкции. Извините, такое мое мнение. Да, вот зараза с АТЛом, они чувствуют свою тему проще. Блять, проще в том плане, что наложиться проще. Вот Нойс в этом плане тоже хорошо делал. Когда он простыми словами говорит о сложном. А когда вплетаются сложные конструкции ради усложнения, сложно, чтобы сложно. Вот, да? Стрелка незаметно ползет к 5 часам. Сон невесомо кутал. Я говорил, надо спать идти, но в моих словах были только буквы. Вот, его, я вот сможете ли понять, что я имею в виду? Сюда не проникнет даже лунный луч. Сидишь и тупишь в монитор, как сыч. Времени поток, как карамель, тягуч. Будто на него наложили пич. Вот даже это звучит здесь целостно. Я сижу, как в башне черной книжки, да, нишах. Осознал, что ночь мне как-то ближе, тише. Нету лишних. Тени в нишах. Да, да, даже вот эти тэшки и тони. Только тени в нишах. Тише. Нету лишних. Ближе. Угу. Как я сижу, как в башне чернокнижной. Сишки, тишки, ближки. Небеса темнее Кришны. Звезды угольки от сижек.
и так много, будто шишек у солиста Joy Division. Видя, как ночь дорогая, пульсируя, бьется привычно в агонии утренней, я следил, как бродила моя аватара по этой мангу. Можно было покрасивее сделать, но принимается. И рождала миры, будто брахма, чтобы потом развалить их, как шива. Порою себе позволяя оставить те, что выходили не очень паршиво. Ну, концовка принимается, начало было лучше. Фух, окей. Графомания, чуть-чуть есть, да, немного. Немного. День, уступая место ночи, догорает в окне, зажигая в миллионах окон миллионы огней. Я не знаю, чем себя занять, раздел поспешных нет. Как себя не потерять в наступившей теме, да. Уф, очень сложные конструкции, да, но здесь ребята претендуют 6-минутной истории на осмысленность, лютую вообще. Девять-десять, тем не менее. Тем не менее. 9. Да. Я готов поставить 9. Я знаю, что это сложная история про то, как люди не понимают, что такое жанр, да, как что такое в рамках жанра. Они думают, что на репрезенте, да, вот там Хазиби там в песне ТП там навоебонил какими-то моментами, там 8, да, за текст. Люди такие, это 9. Потому что люди говорят о разном. Люди говорят о смыслах, люди говорят о совершенно других конструкциях. Если ты репрезентишь и флексишь Баленсиагой, делай это красиво. Там речь про форму, про эмоции. Здесь тоже есть эмоции, но тут эмоции поданы под фундаментом смысла и осознанности. Это абсолютно разная музыка, поэтому, так сказать, претензий к тексту, когда он есть здесь, гораздо больше, потому что текстоориентированность это здесь очень-очень важно. Реализация стиля. Ну, постарались свести, конечно, чтобы это звучало более или менее целостно. Ну, мастера сами по себе. Ну, выше 8 не могу поставить, правда. 7 даже. 7 мало, наверное. 8. Не знаю. Почему нет смайла 33? Потому что для кого-то это ебать какое важное событие. Для нас это разбор альбома. И делать из этого какие-то смайлы, наверное, пусть делают те, для кого это охуеть как важно. Так. Там. Четыре здесь, да. Ну, тут динамика текста и не должна быть. Они хорошо сделали. Я 8 готов тут поставить. Хорошо они партами и припев разнообразили, и концовочка. Для того, насколько это 6-минутный трек, я думаю, что да. Угу. Прям вполне себе, да. Здесь просто, извините, субъективное восприятие текста и отсутствие целостного качества. Если слушать это, забив хуй, что вполне можно сделать, это 100% вайбищая песня на 5 баллов. Ну вот мое мнение таково. Индивидуальность и харизм. Очень узнаваемые артисты. Да. Очень узнаваемые артисты. Девять. Трендовость и актуальность жанра. Скоро убирается эта история. Тем не менее, 4 я готов поставить. Да. Наверное, даже 3. Скоро убирается этот показатель, да, не переживайте всем, кому там это напрягает. В районе 70 баллов трючок в любом случае. Пока тройка, но когда будет перерасчет, 70-бальный трек. Как-то так, спасибо большое. Интересно было поразбираться. Что вы думаете по этому поводу? Что вы думаете по поводу этого трека? 71 балл. 9,8. 8,9. 8,6. 9,1. 9. А, ну множители выше, да? 3,6.
И здесь девятки, да? Угу, здесь десятка почти, да, да, принимается. Текст самая высокая, да. Потом харизма. База. База базированная. Зараза как... Угу. Карточка у нас есть. Вот, смотрите, да, к сожалению, вот... Зараза психонавтика после убирания тренда страшно вообще выстрелит в баллах. Страшно просто. Там 80 будет космический балл. Угу. Смешанные чувства вызвали смешанные чувства, и после этого мы ничего не могли оценить, да? Попали на Морайон, долгий ящик. То есть все релизы, вот они, в принципе, мы добавляем их. Угу. Ждем релизы. Тут, ребят, нет карточек, не так много, да, релизов на сайте. Угу. От Хоруса добавляли, по-моему, много тоже всего. Acid House, общий сбор. 10, 7, 8, 8, 3, 3. Что касается лучше всех за разум. Базар вообще, базар, базар, базар. Чернокнижники на бите. Здесь рефлексия выживания наполнена метафорами, личными переживаниями. Фрагмент ночных мыслей каждого, рожденных в глубоком одиночестве. Умелое сочетание зловещих образов ночи с мифологическими аллюзиями. Образы внутренней изоляции. Тьма хрущевки поглотила Кожанотина. Дэм, брат, дэм, хорош. Хорош. Внутренний мир восьмиклассника. Привезите, еще сделаем четвертый. Пошлая Молли. Да, очень текстоориентированный человек, да? То есть таким релизом, как Toxis, Free Rio. 3 за текст он тут ставит. 2 за текст. Здесь 10 за текст, да. Вот человек ставит не в рамках жанра. Он ставит, исходя из абсолютной оценки. Так можно делать. Я так судил на батле, допустим. На 17-м независимом, когда все надо было судить в рамках батла. И какие-то поп-песни могли набирать вот такие баллы. Каждый сам для себя определяет эту шкалу. Но главное быть последовательным в ней. Если для него это 10, а это 2, соответственно, это 6, да. Поп-музыка о личных переживаниях. 7. 7. 2, 5, 3, 6, 2, 4. Здесь 2. Да, в абсолютном. Угу, здесь 9 десятки. Здесь опять 2. Да, то есть человек вообще не воспринимает флекс. Вообще не воспринимает легкость, репрезент и какую-то абсолютно другую. Только глубина смысла его интересует. Принимается. Один из лучших альбомов на русском рэпе, да. Прикольный рецензент. Интересный рецензент. Угу, такой, короче, конструктивный хейт, да? Угу. Интересно. Круто, бро. Спасибо. И судя по тому, что вот даже ты здесь работаешь, вот, так сказать, от двойки единицы до десятки рифм, которые ты ставишь, в принципе, ты последователен в этом, да. Но остальное, я думаю, что касается реализации, харизмы, ты просто разъебываешь вообще жестко, вне зависимости от стиля. Просто тебе не нравится, и ты просто вот, типа... Допустим, реализация многих из этих альбомов, которые там вообще полная хуйня стоит, это, ну, вообще не, просто жесть, пиздец. Это просто жесткач. То есть, которые в рамках своего жанра альбомы хорошо реализованы, которые тебе дико не нравятся, ты прям реализацию прям нахуй вообще сносишь. Структура вообще все, короче. Это такое себе. Лучше вашей камбэк отел, да, бам-бам. Длинная история о судьбе. Ночная рефлексия, бам. Демонстрация скиллов на отлично чередующихся партах. Не потеряли себя во тьме. После заката мы оказываемся в темноте. Acid House, общий сбор, бам. Да, это вы прочитали. Спасибо. Спасибо, ребят, спасибо. Спасибо. Да. Спасибо.
Спасибо. Все, да? Типа здесь у нас ни видоса, ничего нет. Спасибо. Оцени такие альбомы, как будто и платина. Каждый делает то, что считает нужным. Не все люди подходят с позицией в рамках жанра. Это достаточно такая сложная конструкция, да, подходить в рамках жанра. Кто-то подходит с позиции абсолютного восприятия музыки. То есть для него, если 10 это Horus Hotel, то это 10 вне зависимости ни от чего, да, и, допустим, там за какой-то грязный репрезент Heron Water, он, не учитывая рамки жанра его необходимость, поставит 3, потому что там нет смысла, допустим, да, а здесь он не заметит графоманию, да, определенную. Ну, это нормально. Для этого разные люди с разным подходом пишут оценки, рецензии. Это круто. Спасибо. Спасибо.